Валентина Владимировна – жительница дома номер 5 по улице Мичурина, городское поселение Новоивановское. Женщина признается, в последний раз ремонт делали 7 лет назад. И подъезд износился не только внешне. Особенно жителей волновала устаревшая проводка. Проводка у нас была старая. Благодаря вот этой программе нашего губернатора у нас, посмотрите, приобрело это такой замечательный вид. Новая проводка, убранная в кабель-каналы, мусоропроводы, окна, покрашенные стены. Несмотря на возраст, дому 52 года, подъезд действительно выглядит как новый. Эти работы проводились в рамках программы губернатора Московской области по ремонту подъездов, 32 тысяч подъездов. Наши жители подхватили эту инициативу. Мы провели собрание. На собрании присутствовало 55% жителей. Ремонт провели быстро, в течение недели. При этом активно советовались с жильцами. Уже упомянутые 55% – это свыше сотни человек, которые принимали участие в обсуждении ремонтных работ. Программа, предложенная губернатором «Мой подъезд уникальный», была тепло воспринята жителями. Был в полном объеме согласованный выбор цвета, объем работ. Все работы выполнены были в кратчайшие сроки, в течение 7 дней. Работы сданы и приняты администрацией. С областной программой «Мой подъезд» можно ознакомиться на сайте меняемподъезды.ру. Точный адрес вы видите на экране. Там можно узнать адреса домов и список конкретных подъездов, которые власти планируют привести в порядок до конца этого года. Святослав Савенков, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».